В Донецке Борис Колесников открыл футбольное поле. Оно находится в Куйбышевском районе. Воспитанники училища, местного интерната и спортивной школы получили сертификаты на посещение новой спортивной площадки. Также вице-премьер принял участие в открытии двух железнодорожных остановок в Кировском районе и посетил стадион «Кировец». Сегодня его готовят к проведению юниорского чемпионата мира по легкой атлетике. Здесь обновляют трибуну и заменили покрытие на беговых дорожках. Главное тротановое покрытие уложено, осталось сделать размен. Нет никаких сомнений, что это все будет готово. Более 100 стран участников в юниорском чемпионате мира. И все любители легкой атлетики могут увидеть будущее мира в легкой атлетике.